Ну тогда собирай свои вещи и вали отсюда. Вали прямо сейчас, иди поднимайся наверх, собирай свои вещички и сваливай. А все остальное я пришлю тебе посылкой по почте на тот адрес, который ты мне укажешь. Давай. Именно так я и сделаю. Я вдруг ни с того ни с сего, как последний мудак, в 5 часов утра начну выполнять твои приказания. Угу. Сейчас поднимусь наверх и соберу свои вещи. Какую же мне, блядь, сумку взять? Спортивную? Или наш желтый чемодан на колесиках? А бритву и мой шампунь ты мне пришлешь по почте. Я сейчас возьму тебя, тлень такая, и вышвырну нахуй из этого дома. Сейчас мы узнаем, кто тут будет жить, кого мы когда пришли из Таня. Ебаного зайца выкинем на улицу, что да? Что ты говоришь? Пришла на Таня, зимний день, чтобы заснуть. Новый сок, ну сок, ладно, танцевай. Ну, кто вы, Юбельфор? Юбельфор? Ты такой слабый. Ну какой же ты слабый. Ну надо же. Что мы тут друг с другом вытворяем в 5 часов утра? Ты слабый. Слабый. Ты слабый. 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 Я просто попытался пересечь солнечную и не получилось то, что получилось. А ее не надо пересекать, я тебе говорил, ни к чему хорошему это не приведет. Значит, я правда должен уйти? Тебе решать. Так жить невыносимо. Да, но только расстаться, кажется, мы уже тоже не можем. Почему это? Почему? Потому что если ты сейчас уйдешь, то мне придется жить в распиленном напополам тобой доме, а тебя и след простыл, ты там уже с какой-нибудь тёлкой в захваченной тобой половине моего дома. Нашего общего дома. Дома моих родителей. Которого они нам подарили. Потому что я вышла за тебя замуж. И тем не менее. И тем не менее я не собираюсь жить тут со всем этим твоим говном, поэтому или давай забирай это говно все сразу с собой, или придумывай что-нибудь, чтобы преодолеть эту непреодолимую ситуацию и достичь положительного результата. Я и так делаю все, что могу, Барбара. Ты же видишь, что у нас пока что получается? Мы начали в 10 часов вечера, сейчас в 5 часов утра, мы не только не приблизились к положительному результату, наоборот, удалились от него. Очевидно, идем в другую сторону. Да потому что ты не позволяешь ни одной моей попытке войти с тобой в контакт. Какие попытки? Ты про какие попытки? Чего-то я не заметила, никаких попыток. А, это, наверное, было тогда, когда ты меня таскал тут по полу, как куклу, ты вот про такие попытки. Я начал с весны. С весны? Я сказал тебе, этой весной все изменится. Mm-hmm. Я дал нам надежду. Я дал нам повод для диалога. Весна. И наш кредит. Я говорил о нем несколько раз, обращаю твое внимание, что я благодарен тебе за помощь в выплате этого кредита. Я... благодарил тебя. Что ты делал? Я как-то не очень поняла тебя. Я благодарил тебя за то, что 7 лет назад ты поддержала мою идею взять кредит. И все эти 7 лет мы с тобой вместе выплачивали этот кредит. И благодаря тебе он наконец-то выплачен. Теперь, после 24 апреля, мы с тобой вновь свободны от финансовых обязательств. Это благодарность и есть попытка наладить с тобой контакт. Потому что кредит — это то, что нас объединяет, но в то же время это то, что мешает нам по-настоящему расслабиться. Ты благодарил меня? Ну, конечно. Когда? Ну, как это, когда? Когда я говорил тебе о кредите, о том, что он скоро закончится. Ты благодарил меня? Когда это было? Просто ты меня не слышишь, Барбара. Я благодарил тебя в тот момент, когда говорил тебе о кредите, о том, что он скоро закончится. А, вот когда ты говорил, что 24 апреля заканчивается наш кредит, это была благодарность. А что это еще было, по-твоему? Ты сейчас злишь меня? Просто ты меня не слышишь, Барбара. Ты специально злишь меня? Сейчас я благодарю тебя. Что? Я хочу тебе объяснить, что сейчас происходит, mm-hmm. чтобы ты потом не переспрашивала и не удивлялась, когда это было. Сейчас, в данную минуту, я благодарю тебя. А ты вместо того, чтобы принять мою благодарность и войти со мной в контакт, ты вместо этого кричишь на меня из-за твоей наглухо закрытой двери. Сейчас ты благодаришь меня. Я хочу, чтобы ты это увидела. Сейчас ты меня благодаришь, я этого не вижу. Ну, конечно, я попрошу тебя перестать выкрикивать оскорбления в мой адрес из-за твоей наглухо закрытой двери. Так
Прости, не мог бы ты сейчас еще раз повторить, что я сейчас делаю? Ну, конечно, ты выкрикиваешь оскорбление в мой адрес и не хочешь слегка приоткрыть дверь, чтобы услышать мои слова благодарности в твой адрес. То есть я сейчас кричу на тебя, ты в ответ рассыпаешься благодарностями. Вот именно это сейчас и происходит, ты в этом уверен? А что сейчас происходит, по-твоему, дорогая моя? Ну, вообще-то это я сейчас несколько раз извинилась перед тобой, но ты не обратил на это никакого внимания. Я стою перед тобою на коленях, а ты, как последний тиран, стоишь над своей жертвой все больнее и больнее, вонзая свои зубы в мое тело. Я стою перед тобою на коленях, а ты плюешь мне в лицо. Я умоляю тебя о пощаде, а ты бьешь меня по правой щеке. Вот именно это сейчас и происходит, дорогой мой. Yeah.